Привет всем, друзья, меня зовут Альтер, вы находитесь на канале Чегеря, вот это реакция на трейлер «Майор Гром. Чумной доктор». Если вы не смотрели короткометражки, которые были до этого, ну, фильмы, советую посмотреть, познакомиться, очень круто делают. Вот, выходит у нас тут, я думаю, в этом, ну да, в этом году еще одна часть, вторая вроде бы как. Короче, давайте не будем тянуть, заценим, посмотрим, что нас ждет. Мне кажется, это будет очень-очень круто. И там снимается моя любимая русская актриса Любовь Аксенова. Так что я по-любому заценю. Наш город болен. Его пожирает чума коррупции, алчности и беззакония. Полиция бессильна перед богачами этого города. Но я не служитель закона. Я чумной доктор. Ну и погонял. Я выжгу эту заразу дотла. Место тепла, сирень стекла. Ты кто, супергерой, что ли? Мурашечки. Да? Табельную не носишь, инструкции не соблюдаешь. Ты действуешь не по уставу. По городу ходит псих в суперкостюме с бомбами и огнеметами. Красное солнце сгорает дотла, день догорает. И вот ты его по уставу собрался ловить? Он весь город к чертям сожжет, пока бумажки собирать закончу. О-хо-хо-хо. Здрасте. Здорово. Вышку дотла. В 21-м в итоге, оказывается, году. Так, ну что, я надеюсь, это будет прям фильм, полнометражный фильм для кинотеатров. По трейлеру заинтересовали. Интересно посмотреть, что это за чумной доктор, его мотивы и так далее, как все это вообще произошло, началось и так далее. Ну и мой супергерой Игорь Гром, я думаю, все-таки спасет человечество. Опытные исследователи Санкт-Петербурга. Короче, ну, мне понравилась предыдущая часть, и я думаю, это меня никак не разочарует. Если не смотрели, посмотрите обязательно. Что еще сказать? Ну, Любовь Аксенова, она классная. Так, чуть-чуть загнался. Красные волосы, я вообще обожаю просто, когда у девушек красные волосы, она тут еще с красными волосами, поэтому все, это сразу топчик. Вот, что еще сказать по трейлеру, я даже не знаю. Но выглядит все очень круто, конечно. Короче, годнота нас ждет по-любому. Извините за короче-короче. Все на этом, пожалуй. Спасибо всем, кто посмотрел это видео. Ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Ждите новые видосы. Спасибо всем за просмотр. Всем пока. Check it out.